Сегодняшнее заседание у первого заместителя председателя правительства было посвящено перспективам добычи и переработки в Карелии базальта. Этот камень, по мнению заинтересованных представителей московского правительства, является собой материал 21 века. Вот сейчас у меня в руках минеральная вата, изготовленная из карельского базальта. Это абсолютно экологически чистый продукт. Его можно в космос, его можно в авиационные, в авиастроение, его можно в жилищное строительство, куда угодно. Мы приехали для того, чтобы не просто написать какой-то протокол, мы приехали для того, чтобы реально организовать крупных масштабов производства. Осуществление проекта московское правительство доверяет открытому акционерному обществу «Народная компания», акционером которого является. Как было заявлено в начале заседания, времени для раскачки уже нет. Первая продукция должна быть выпущена летом этого года. Москва в результате получает крайне необходимый ей материал, а Карелия, вложенные в свою экономику миллионы долларов, эффективное производство и новые рабочие места. Я готов сегодня сказать о объемах производства. Это порядка 20 миллионов долларов на первом этапе. Объемы производства. А каковы обязательства сторон? Мы только приехали.